Конфликт автомобилистов на парковке в районе улицы Пологой во Владивостоке перерос в драку. Один из мужчин угрожал своему оппоненту предметом, похожим на ружье. Очевидцы происшествия вызвали сотрудников полиции. Правонарушителя задержали инспекторы патрульно-постовой службы и передали следственной оперативной группе отдела полиции Фрунзенского района. Изъято гладкоствольное охотничье ружье. Жителя Владивостока, 1968 года рождения, доставили в отдел полиции. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.